Анонс и точно дата выхода 8 части сериала «Некрасивая подружка. Сердце зверя». Премьера новой части сериала состоится 29 апреля на телеканале ТВ-центр. По сюжету «Новое дело для дамского отдела», который расположен в городе Ленск, следователям вновь нужно проверить свои навыки, а также постараться найти преступника. Все начинается с того, что найдена убитая супружеская пара. Мужчина и женщина получили смертельные ранения. И поначалу полиция квалифицирует это как бытовая ссора на почве ревности. Так было, и осмотр показал, что супруги могли начать конфликт, после чего нанесли удары друг другу. Вот только отдел быстро устанавливает, что женщина погибла давно, а вот мужчина, судя по определенным параметрам тела, был убит недавно. После этого главные герои начинают расследование, в котором устанавливают несколько вещей. Во-первых, это не бытовая ссора, а значит совершено умышленное убийство. Во-вторых, преступник показательно положил тела в лесу, чтобы полиция их нашла. Следственному комитету предстоит рассмотреть различные версии и постараться действительно выйти на опасного преступника. При этом главным героиням предстоит разбираться также со своими личными проблемами, что такое появляется постепенно у них. И все же они профессионалы, которые готовы практически к любым ситуациям, а также противостоянию с настоящим серийным убийцей. Премьера сериала состоится 29 апреля. Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.